Сирийская атака на Краматорск. По информации ополченцев, украинские каратели обстреляли город около полуночи. Один из снарядов попал в здание завода «Энергомаш Спецсталь». Эти данные представителям Народной армии подтвердили работники предприятия. Отмечается, что активный обстрел был недолгим. При этом жители Краматорска, а также журналисты сообщают о взрывах со стороны Славянска. Местные власти призвали население не выходить на улицу, а также не подходить к окнам. О жертвах пока не сообщается. При этом очевидцы отмечают, армия, подконтрольная Киеву, вела обстрел не со стороны горы Карачун, как это было ранее, а из района Меловой горы. По их словам, это может означать передислокацию.